Ликование в Лиссабоне. Португальцы празднуют выход своей сборной в финал чемпионата Европы по футболу. На первых этапах турнира команда не выиграла ни одного матча в основное время. Но победа со счетом 2-0, одержанная над сборной Уэльса, не оставляет никаких вопросов к подопечным Фернанду Сантуша. Матч игрался во французском Лионе. Те, кому не удалось попасть на стадион, выплеснули свои эмоции в фан-зоне на площади Белькур. Чтобы добраться до финала, надо было выигрывать. Значит, как ни крути, а мы заслуживаем это место. Хорваты проиграли, поляки проиграли, валийцы проиграли. Мы заслуживаем место в финале больше других. Мы снова в финале, но на этот раз все будет не так, как в 2004-м. Мы выиграем. Успех сборной Уэльса, дошедший до полуфинала, превзошел ожидания валийских болельщиков. Яркие впечатления смягчают горечь поражения. Я считаю, для нашего футбола это здорово. Замечательно, что мы попали на чемпионат. Это показывает, что мы можем соревноваться на таком уровне. У нас еще много всего впереди. Квалификация на чемпионат мира. Мы подойдем к нему с хорошим рейтингом. Нам есть что показать. Атмосферу в фан-зоне Лиона немного подпортили столкновения между болельщиками. Но полиция быстро навела порядок. Корреспондент Евроньюс передает с площади Белькур. Для валийских фанов это конец мечты. Пора возвращаться в Уэльс, вернуться на работу. А для португальцев приключение продолжается. И сейчас для них наступает момент истины. This is Mark Davis for Euronews in Lyon.